Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень классный заказ в Faberlic. Давайте начнем с линейки Lancelot. У меня здесь целых 4 продукта. Я, кстати, беру впервые своему мужу, и у меня попросила знакомая. Здесь у нас шампунь для волос. Там была акция на эту серию, уже не помню какая. Мужественно пахнет, вы знаете, и шипровые нотки есть, и свежие. Мне кажется, такой вот для мужчин 25-35 подойдет прям вот этот запах. Артикул шампуня 0536, неплохо пахнет. Так, следующий продукт — это гель для душа. Также, скорее всего, мне кажется, да? Да, абсолютно так же пахнет. Не, классный запах, правда, у линейки Lancelot. Мне очень нравится, что-то напоминает, прям вот что-то. Здесь у меня должен быть еще дезодорант. Да, вот он. Дезодорант Lancelot шариковый, артикул его 0539, артикул геля для душа, девчонки, у нас 0528, и дезодорант спрей. Вот это как раз я взяла для своего супруга, он у нас как антипреспирант заявлен, посмотрим, потестим, насколько это так. Артикул 0507, сейчас тоже попробую аромат. Классно, слушайте, мне нравится, это прям запах моего мужа, серьезно. Была у нас такая туалетная водичка, я себе представляю вот именно своего супруга. Классно, мне нравится, я довольна. Даже лучше запах, чем восьмой элемент. Восьмой элемент, мне кажется, такой вот более молодежный, а это уже чуть постарше, ребяткам. Два дезодоранта парфюмированных Incognito Ферика Сенсуэли, сладенький, да? Артикул о Феерик у нас 3504 и Incognito 3508. Мне нравятся оба эти аромата, у меня знакомая всегда берет и не пользуется антипреспирантами, она пользуется вот такими вот дезодорантами, попросила взять два. Я ей уже брала Incognito, ей понравился, так она уже, мне кажется, года два берет вот этот Феерик Мансуэли. Один из достойнейших ароматов Faberlic, я хочу сказать, вот этот, да, вот эта линейка вся. Мне больше нравится оранжевый, да, в котором есть нотки ванили, шоколада. Несмотря на то, что я не люблю сладкие ароматы, он зашел. Я очень быстро 50-миллилитровый флакончик израсходовала. Поэтому, если выбираете себе духи Faberlic, советую вам присмотреться к линейке Феерик. И для тех, кто любит сильно сладкие вот такие вот розовые сенсуэли, и для тех, кто любит... не такие сладкие, но с нотками ванили, оранжевый, классный аромат. Incognito тоже супер, мне нравится, им всегда пользуется моя свекровь, это возрастной, мне кажется, такой аромат, но не для девчонок, он не легкий, он шлейфовый, интересный очень. Следующие два продукта в моем заказе — это водные спреи-освежители, один цветочки, один корица. Апельсина-корица полюбился практически всем, кто его пробовал, мне тоже в том числе, у меня заказала его соседка. Он классный, мне очень тоже он нравится. Он зимний, конечно, естественно, потому что он такой сладковатый, но не такой тяжелый, как имбирный пряник. Артикул его 113-27, апельсиновый, да, кто не знает, здесь у нас есть такая защелочка-дозатор, очень удобная, и корица-апельсин не будут распыляться, если у вас в доме есть детки. Потом открываем и... распыляются. Классный, он мне тоже очень нравится, я тоже его очень люблю. Весенние цветочки, кто-то попросил у меня уже тоже, я не помню, он более легкий, он на весну, прям вот к марту, да, конец февраля, такой аромат ландыша, я бы даже сказала. Я брала его неоднократно, он действительно легкий, есть в нем зеленые нотки, но он крайне нестойкий, но я все равно тоже его буду брать. Сегодня уже делала заказ по третьему каталогу. Хотела, девчонки, на обзор заказать для вас новиночки вазу. Нет ни одной вазы на складе, ни больших, ни маленьких. Я делала заказ с утра, да, сегодня у меня понедельник, если что. И я делала заказ в 9 утра. Вас не было ни одной. Но я все равно взяла для вас вкусные новиночки. Обязательно в следующем видео выйдет мой следующий заказ уже по третьему каталогу, где мы с вами их потестим. Артикул весенних цветов 118-10, и это именно аромат на весну. Он действительно классный. Целых два геля для туалета у меня в заказе. Вот так они выглядят. Артикул их 112-92. И вы знаете, мне нравится. Мне нравятся они тем, что очень хорошо очищают. Но аромат, запах, ароматом это не назовешь. В респираторе, или я вот в ванной открывала дверь. Если я пользую, да, для унитаза, то обрабатываю удобный носик очень здесь, закрываю крышку и убегаю. Потом прихожу, с закрытой крышкой смываю, почищу ёршиком, все идеальный унитаз. Если я использую это средство для чего-либо еще, а я им очищала и швы между плитками, мне кажется, машинку тоже им я, по-моему, чистила. Я оставлю вам в инфобоксе, да, нажать надо сбоку такой треугольничек, открывается инфобокс, там все полезные ссылки. Я вам там оставляю ссылки
на все видео, которые упоминаю, да, в этом, где я тестила вот этот продукт, оставлю обязательно. В целом неплохой, но едкий, действительно едкий, только в перчатках и желательно в респираторе. Еще два продукта серии Дом Фаберлик, мыло для кухни, устраняющее запахи с земляничкой. Всем захотелось весны тоже, да, это артикул 112.13. Земляничка, приятный аромат, и здесь хотя бы нет, вы знаете, такой прогорклости, которая есть в тропических фруктах, и еще какой-то я брала аромат. Земляничка нет, более-менее она пахнет, они все со слабой отдушкой, и у меня, по крайней мере, девчонки, ни на посуде, ни на предметах кухонных, ни на каких не остается этот аромат, потому что многие девчонки писали, что остается, не знаю, может быть, зависит тоже от аромата. Классный, тоже на весну, здорово, это тоже не мой заказ, я себе точно такой же заказала. В следующем заказе оно придет у меня, потому что пахнет здорово. Здесь 300 мл, и оно действительно, девчонки, убирает все запахи. Я проверяла не раз, тестила специально целенаправленно. Резала рыбу, лук и так, чеснок, и протирала просто на губочку, как средством для мытья посуды, доску, да, свою деревянную. А дерево у нас сильно впитывает запахи, да, не так, как пластик. Изумительно, все изумительно. Руки помыть после того, как с рыбой поработаешь, оно у меня в доме всегда. И даже вот замены никакой ему не найдешь. Понимаете, уникальный продукт. Люблю серию Дом Фаберлик, прям любовную любовью. И второй продукт — универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Артикул 111.51. Это тоже на заказ, это не мой продукт. Мне не нравится. Я его уже тестила, и я вам показывала. Оставлю ссылочку на это видео тоже, как я его тестила при вас на камеру, вживую. Пятно пытались вывести, не получилось. Поэтому я не дружу с жидким спреем-пятновыводителем. И с порошковым я не очень подружилась. А вот карандаш, конечно, меня вдохновляет больше. Хоть он может и ткань повредить, но, по крайней мере, можно избавиться от пятен. Поэтому вот этот продукт советовать не могу. Но есть поклонники. Понимаете, вот у меня подружка заказывает его уже не знаю какой раз. Ей нравится. Поэтому, может быть, я какая-то криворукая. Целых 4 мыла у меня в заказе вот таких вот твердых. Должно было быть 7, но почему-то они закончились тоже на складе. Это Fleur de Provence. Через упаковку не чувствуется, но у меня была эта серия олива и бергамот. Было суфле, которое вот девочки мне недавно советовали под видео для очень сухих рук. Девчонки, у меня было это суфле. Оно действительно питательное из этой линейки, но все равно для моих рук нет. Вот я говорю сейчас спасение, только бальзам гладкие пяточки. Артикул олива бергамот 83,65. Второе лакрема. Это вот все мыло твердые, да, которые были в акции по второму каталогу, которые остались на складе. Других нет. А питательное... Роскошная мягкость с миндальным молочком 83,98 лакрем. Лакрем у нас с фисташковым маслом 86,98. Я не пользуюсь твердым мылом, девчонки, поэтому не могу сказать, насколько оно хорошо в Фаберлик, но у меня берут его не первый раз один и тот же человек. Так, и артикул тоже Fleur de Provence, только с лавандой, 83,47. Из линейки Лакрем еще есть дезодорант антипреспирант, 48 часов защита, с миндальным молочком, молочными протеинами. Я помню, как-то в компании был спор по поводу того, антипреспиранты они или нет, и оказалось, что они не антипреспиранты. Сейчас не знаю, почему-то опять антипреспиранты. Не знаю. Я брала в свое время Лакрем-дезодоранты, и хочу сказать, что мне гораздо больше нравятся наши классические дезодоранты, тоже антипреспиранты, шариковые и другие, да, они мне действительно нравятся, у меня вот целый запас их прямо на полке стоит, я ими пользуюсь с удовольствием, на сутки мне вполне хватает. Так, артикул этого дезодоранта 86,47, здесь большой шарик, насколько я помню, и он больше, чем в классических дезодорантах Фаберлик. Дальше, девчонки, оттеночек 8.1, у меня в заказе артикул его 180-43. Это классный оттенок, но он слегка темнее, чем на коробке получается. Я себе взяла 9-1. Как вы видите, я опять покрасилась в светлый оттенок, опять блондинку за один вечер вышла. Сейчас, знаю, будет опять много вопросов, поэтому сразу хочу сказать, что смывку, которую я из практически черного выхожу в блондин за один вечер, я показывала в предыдущем видео под про фикс-прайс. В предыдущем видео показывала эту смывку, а после смывки я наносила бальзам Prestige. Я вам его покажу обязательно в каком-нибудь из следующих видео, потому что цвет после смывки получается, я вышла в блонд, да, вышла, но такой желтовато-оранжевый, да, а после оттеночного бальзама Prestige он получается вот такой вот красивый. Мне очень нравится, прям цвет интересный. Он сейчас еще подсмоется после следующей помывки головы, будет просто вообще бомба. Но взяла себе про запас красочку 9.1.
придет в следующем заказе. И когда подсмоется бальзам, дам 2 недельки коже головы отдохнуть, покрашусь в 9-1. А здесь у нас 8-1 на заказ. Я тоже ей красилась. Она классная. Эксперт. Люблю, уважаю за стойкость пепельных оттенков. Потому что даже в дорогих красках, если вы возьмете себе пепел 8-1, 7-1, 9-1 и так далее, он смоется после второй помывки головы. Даже та же самая Лореаль, которая стоит 600-700 рублей, простите. А эксперт за 100 с чем-то рублей, да, поджигает волосы. Но можно воспользоваться нашими ампульными концентратами или как-то еще их напитать. И не будет уже такого выжигания. И пепел останется на вашей голове на пару недель точно. Поэтому вот именно за это обожаю вот эту краску. Дальше, девчонки, два продукта декоративной косметики. Первый – это тушь ультрачерная для ресниц, бесконечный объем. Я такую не брала ни разу. Волюм Маскара. Вот она как выглядит, да? А у меня была подобная, тоже это силиконовая кисточка, насколько я знаю, открыть не могу, не моя, силиконовая кисть, и неплохо прокрашивает, я знаю, что у этой туши много поклонников. Она была в этом каталоге в акции при покупке 2 продуктов во втором, в третьем, девчонки, не знаю. И помада, у нас матовая губная помада «Первая леди». Такой красивый дизайн у нее, потрясающий. Артикул, девчонки, 440-52. Это любимая помада моей соседки. И это практически полный аналог помады полуматовая овация 430-32, которая есть у меня, и есть тоже у нее. Только здесь такой, знаете, кремово-матовый финиш. Она полуматовая. Но оттенок абсолютно один и тот же. Лавандовый, красивый, такой слегка сиреневый, фиолетовый, что ли, да? Мне нравится на губах носить эту помаду, я ее очень люблю. И вы у меня часто под видео спрашиваете, что это за оттенок. Она классная. Я ей пользуюсь частенько, осталась вот уже буквально вот. Скоро она у меня будет в пустышках. И вот эта помада матовая, Первая леди, это абсолютно тот же оттенок, только более матовый финиш. Но для сухих губок не рекомендую. Для сухих, если вам нравятся такие оттенки, берите 430-32. Потому что она кремовая, она спустя несколько минуточек тоже приобретает такой красивый матовый финиш, в то же время ваши губки напитывая. Паста White Plus отбеливающая. У меня тоже заказали. Я этими пастами не пользуюсь, вот такими вот экспертовскими. Хотя у них тоже много поклонников. Артикул 116-32. Я брала ее в свое время, отбеливающую. И для снижения чувствительности 200+. Могу сказать, что мне 200+ вот больше всего понравилось, потому что снижение чувствительности не снижает. Я рассказывала вам уже душещипательную историю, у меня потом кариес появился после этих паст. Это может быть просто совпадение, потому что у меня первый раз в жизни я лечила свой зуб именно когда была на этих пастах, поэтому решила отменить. Может быть, это просто так совпало. Я, скорее всего, совершу повторную попытку и еще раз эти пасты попробую ввести в обиход, скажем так, и уже, чтобы людей в заблуждение, скажем так, не вводить, протестирую, посмотрю, как поведут себя мои зубы в этот раз. Карандаш пятновыводитель еще тут завалялся, вот, который я люблю, девчонки. Так, где его артикул у нас? Артикул, не пропадай. 111-52. Мне он безумно нравится, я люблю, им удобно пользоваться. Недавно на моем бежевом ковре дочь посадила пятно от красок на бежевом ярко-зеленом, от акварели. Не оттиралась ничем, даже нашим средством для чистки духовок и плит. А вот карандашик приятно порадовал, хотя тяжело было, потому что это ковер между, да, ворсинок. Но все-таки он справился, и он справлялся со многими пятнами. А как я его тестила, тоже у меня есть видео, я вам прикреплю в инфобокс обязательно. И последний заказ, по-моему, да, все, последние, девчонки, это репейное масло восстановления уход. Взяла для себя, потому что с ним мои волосики растут быстрее. Здесь есть перчик. Артикул его 123.1, короче говоря, 12.31. А здесь репейное масло, в составе которого есть красный перец. Оно поджигает. Оно поджигает хорошо на мокрые волосы. Если я наношу вот так перед помывкой на сухие по проборам, да, вот этим безумно удобным кончиком, то почти не жжет. А когда я волосы хотя бы просто намочу и нанесу, тогда жжет хорошо. И жжет минут 20. А мне голову не пересушивают, кожу головы, хотя я 2 флакончика подряд использовала, сейчас сделала перерыв, потому что некоторые девочки под видео писали, что вот 2 флакона и табу, и кожа головы сожжена напрочь, нет. Я 2 флакона использовала, у меня все нормально было, прекрасно, потрясающе, но сейчас все равно сделала перерывчик, да, и заказала себе еще. Нравится, нравится, буду брать. Ну вот и все, мои хорошие, вот такой у меня второй был заказ по второму каталогу Faberlic. Через буквально денечек выйдет уже заказ по третьему каталогу Faberlic, так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А если я была вам полезна и видео понравилось, то обязательно ставьте лайк. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока!